Привет, привет, дорогие друзья! Я даже, как буду говорить, бывалый видеоблогер, достаточно уже давно веду эту передачу на YouTube. Естественно, могу сказать одну вещь, что я, честно сказать, очень-очень, будем говорить, подофигел от данного законопроекта. Я, честно себя сказать, чувствовал себя вообще, ну, не в Украине, точно как-то так себя почувствовал, очень не по себе мне было, когда я прочитал данный законопроект. Это связано с пересечением границы, дорогие друзья. Хочу заметить, чтобы вы всегда могли оставаться со мной на связи, а также черпать все те новости, которые я передаю на YouTube, у меня есть мой телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании. Я вам рекомендую на него подписаться. Давайте, друзья, разберемся в истории вопроса. Ведь я думаю, многие из вас слышали, что есть люди, которые пересекают границу. Это, естественно, люди мужского пола. И это, естественно, связано с тем, что люди убегают от войны. Мужчины хотят убежать от войны, не хотят воевать. И пытаются всеми правдами и неправдами, будем говорить, перебраться в страны Евросоюза. И, естественно, делают это, грубо говоря, как кто-то мне говорил, по зеленке. И, соответственно, за это сейчас существует ответственность в Кодексе Украины об админправонарушениях. 204 со значком 1. Незаконное перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України тягне за собою накладання штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це штраф від 3400 до 8500 гривен. По первому разу, конечно, суд выносит постановление по данной категории дел. Естественно, он штрафует по минимуму. Это 3400 гривен. Также есть новый законопроект. Хотят эту статью из админ плоскости Кодекса админправонарушений перевести в уголовную. Проект закону про внесение змін до Кримінального кримінально-процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану. 7268 від 08.04.2022 року. Автор ініціативи, в першу чергу, Веніславський Федір Володимирович та інші депутати від відомої фракції. Ведь ви мені скажете, що пройшло дуже багато часу. Читаємо внимательно. Хоча номер реєстрації і дата 22 рік ще включена до порядку денного від 05.09.2023 року. Я став читати сравнительную таблицу и, буду говорить честно, офигел. Хочет внести новую статью «Незаконне перетинання державного України під час дії воєнного стану». Особою, яка згідно з законом приписана до призовної дільниці призовником у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України. Карається штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Тобто, по першій частині, вдумайтесь, від 3 до 5 лет. Ну, честно будем говорить, что, скорее всего, наверное, надеюсь, сажать не будут, но ведь мы видим вот эти приговоры по тем же уклонистам, иногда все-таки 3 года кому-то все-таки дают реального срока. Но тут самое интересное, это штраф. Вдумайтесь, штраф будет составлять от 85 тысяч до 170 тысяч гривен. Я понимаю, что у депутат большие, у них там доходы и все такое, они как-то по себе, может, мыслят, но 85 тысяч гривен, 170 тысяч гривен, что это за такие штрафы? Кроме того, еще и возможность присесть на реальный срок. Друга частина. Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними резервістами, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також особою, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування. Карається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Вторая часть, скорее всего, будет распространяться на всех людей, которые какое-то отношение имеют к армии. Был когда-то там каким-то офицером запаса, имеешь какое-то отношение, понятно, что здесь про местные органы власти еще идет речь. Эти все люди, конечно, будут очень серьезную ответственность нести от 5 до 10 лет. Тут уже, как говорится, каким-то условным сроком не отделаешься. Но есть же еще и третья часть. Дії передбачено частиною першою або другою вчинені повторно або групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища. Карається позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Тут речь йде о чому? Що якщо, к примеру, є якесь служебне лице, ну, будемо говорити, це працівник пограничної служби, він вам заділився в проводники, ему там вот такой серьезный до 12 лет могут ему впаять. Или вторая ситуация. Вот, к примеру, решили вы перейти границу. И чтобы не скучно было, либо там боитесь, или еще что-то, решили это делать вдвоем. То есть один человек и второй. Может втроем, может вчетвером. Значения не имеет. То есть
группа лиц. Соответственно, группа лиц, если вы пошли вдвоем переходить границу и вас поймали, можно от 8 до 12 лет получить. Представляете, дорогие друзья? Я хочу заметить, что за умышленное убийство у нас идет от 7 до 15. То есть пересечение границы у нас приравнивается к тому, что кто-то у кого-то забирает жизнь. Можно забрать и 5 бригад ЗСУ с незаконных втекачів, яких упіймали на кордоні. Прикордонники розповіли про кількість затриманих ухилянтів і найбільше одіозні випадки. В середньому близько 20-30 осіб щодня затримуються прикордонниками за пробу незаконного перетину державного кордону. Это ж сколько людей теперь посадят. Где взять тюрьмы? Где взять все эти места для всех тех людей, согласно их же статистике, которую они там печатают в средствах массовой информации, чтобы людей посадить? Потому что эта статья в большинстве своем, это вторая, третья часть. Я хочу заметить, она будет подразумевать то, что лишение свободы. Реальное лишение свободы. То есть сядет человека в тюрьму. Вот мне интересно спросить вообще у наших депутатов, когда они пытаются продвигать такие законопроекты, они вообще знают, что такое, что закон должен быть исполним? Это вообще элементарная вещь. Любой закон, который принимается, его надо иметь возможность исполнить, чтобы он был и он действовал, чтобы, к примеру, была соизмеримость, какое-то наказание с тяжкостью какого-то там деяния. Представляете, дорогие друзья? То есть это полностью не соблюдено. Где взять, я честно хочу сразу сказать, столько тюрьм, и что вообще делать с этими людьми, которые в таком количестве задерживаются у нас на границах? Я, конечно, не знаю, может, есть какой-то другой план, когда вот эти подаются законопроекты и включаются в порядок денный. Я не знаю, до конца не понимаю, никогда депутатом не работал и, надеюсь, никогда мне это не придется делать. Но суть в том, что я как адвокат понимаю, какое это вообще грандиозное действие, если людей будут хватать за это, мало того, сажать, скорее всего, надо в СИЗО, потому что статья такая, ну, очень интересная, до 12 лет. И что дальше? То есть я сделаю вывод, который, я думаю, сделает любой человек после просмотра этого видео, что я лег спать в Украине и проснулся в Северной Корее. Или где там еще? Про Северную Корею очень мало информации. Ну, в какой стране мира такое есть? То, что ты переходишь границу вдвоем, тебе за это впаяют 12 лет. Где такое вообще может быть? В какой стране? При каких обстоятельствах? Зачем это делать? Я считаю, что это неправильно. Я хочу сказать по поводу границ, вообще мое мнение, никогда его не говорил, что границы надо открыть. Надо закончить эту мобилизацию тех людей, которые не хотят, и искать мотивированных людей. Первое, границы открыть. Как вообще думает наша власть, чтобы люди, которых 10 миллионов, я считаю, там уехало, будут возвращаться назад к нам в Украину при таких законах? При таких законах, когда, если ты что-то не так сделал, то все. Понятно, что закон обратной силы не имеет. И на тех, кто вчера, либо позавчера, либо сегодня убежал таким способом из Украины, на них это действовать не будет. Но это будет действовать на них вот здесь, в моральном плане. Что человек будет думать, ага, я выехал, я буду возвращаться. Война закончится, я вернусь. Закон, оп. Но человек будет думать 25 раз, вернуться ему или нет. И, наверное, люди не будут возвращаться, я считаю. Надо, наоборот, делать все, чтобы люди могли вернуться. Все, чтобы людей заохотить. Тех людей, которые хотят там служить. Создать для них наилучшие условия, идеальные, замечательные условия. А те люди, которые не хотят, надо от них отстать и сделать эту мобилизацию полностью добровольным. Открыть этот выезд, открыть заезд, убрать все эти категории. И если мы смеем говорить об Израиле, мне это постоянно пишут и говорят, то надо взять ту часть, что касается заработной платы, уровня жизни и свободы перемещения товаров, денег и услуг, как говорил один человек. На этом, друзья, прощаемся с вами. В любом случае будем следить за этим, когда они это примут или примут, не примут, в каком виде, что с этим будет. Но для меня это чистая бомба. Мы все объективно понимаем. Те, кто хотели втекти, поїхати чи ще щось, це вже зробили. Ті, хто хотіли вступити до лав Збройних сил України, до батальйонів і так далі, це вже зробили. Тому, по-перше, якщо ми говоримо вже про цю справу, про виїзд там Олександра десь за кордон і так далі, я виступаю за те, щоб кожен громадянин мав свободне і вільне право на пересування і перетин кордону.